Матчи пройдут в Сочи на стадионе «Фишт». Кроме этого, в Анапе, Геленджике и Краснодаре разместят 5 тренировочных площадок для команд. Вениамин Кондратьев потребовал не допускать даже минимальных отставаний в сроках строительства. Первый матч Кубка Конфедерации состоится на сочинском стадионе «Фишт» уже 21 июня следующего года. Времени на подготовку к этому экзамену практически уже нет. Второй момент. Есть задержка с проектированием площадок в местах размещения тренировочных баз команд в Геленджике и Анапе. Что по этому вопросу? Мы у нас ввод их в 2018 году. На сегодняшний день только Геленджик идет с опозданием в связи с передачей этого объекта в краевую собственность. Все остальное проектирование размещено. В ближайшее время будет заключен контракт. Никаких тревог здесь нет. Здесь престиж не только края или там Сочи, это престиж страны. Поэтому здесь, еще раз подчеркиваю, не может быть мелочей, чтобы провести чемпионат мира 2018 года на высочайшем уровне. На совещании губернатор потребовал особое внимание уделить системе безопасности. Как показал проходящий во Франции чемпионат Европы по футболу, во время беспорядков буйные фанаты пользовались стеклянными бутылками из-под пива как оружием. Вениамин Кондратьев предложил установить запрет продажи алкоголя вблизи всех объектов чемпионата мира по футболу. 500 метров от места проведения массового мероприятия, где тренировочная площадка или сам стадион, никакой продажи алкоголя быть не может. Ни в пластиковой, ни в стеклянной. Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа. Своими постановлениями, я еще раз подчеркиваю, что касается пива, там, не пива, алкоголя. Вот все эти ограничения и запреты должны быть доведены до субъектов предпринимательской деятельности, если они их касаются, как минимум за год до начала действия этих запретов. Как минимум за год. То есть, чтобы потом не было вопросов, что мы кому-то причинили ущерб, что они закупили, не могут продать, чтобы они все понимали, что этот запрет будет действовать с такой-то по такой-то период. Напомню, что уже в первой половине следующего года на стадионе «Фишт» в Сочи пройдут 3 тестовых матча с полной загрузкой трибун.